Передача фрезерного станка состоялась на базе проектно-ремонтной лаборатории для проектирования беспилотных летательных аппаратов Приморского добровольческого движения поддержки батальона «Тигр». Представители волонтерской группы «Я готов» рассказали, что станок был приобретен на средства членов организации. Мы являемся представителями волонтерской группы «Я готов». Долгое время наша группа оказывает помощь бойцам ВСВО, в частности подразделению «Тигр». Сегодня мы передаем фрезерный станок, оно ПДД «Тигр», для беспилотной авиации, для центра беспилотной авиации. Мы уже долгое время собираем не только для подразделения «Тигр», также мы оказывали помощь 155-й бригаде. Мы даже собирали подарки на Новый год, на 23 февраля собирали. Также мы передавали беспилотники. Мы также собирали на свои средства, покупали и передавали в зону военных действий. Мы передаем также одежду туда. Очень многие люди к нам приходят и предлагают там носочки связать, кто-то шить что-то. Вы знаете, очень радует, что люди до такой степени отзывчивы. Наше волонтерское движение «Я готов» растет все больше и больше. К нам обращается все больше и больше людей именно с желанием помочь ребятам в зоне СВО, чтобы они чувствовали нашу любовь и поддержку. Полученное оборудование – большое подспорье в решении ежедневных задач по производству и переоборудованию аппаратов. Напомним, в Приморье действует организация добровольческого движения поддержки батальона «Тигр», участвующего в специальной военной операции по защите Донбасса.